Всем привет! С наступившим годом тигра, прошедшим Рождеством, и дед уже начинает полностью работать. Видите, вот это баночки стоят, каждая должна быть подписана обязательно. И главное не потерять эти бирки. Дед укореняет уже черенки. А вот наш и звездное растение, видите, он заменяет клонекс. Почему заменяет? Да им еще наши прадеды укореняли. Это алоэ. Да, народе называют его еще доктор. Дело в том, что взрослое растение, а это взрослое больше 3 лет, ему нижние вот эти вот срезанные веточки, они обладают очень волшебной силой. Они размножают клетки, любые клетки, живые, мертвые даже. Если порез на руке будет, то приложив буквально 2-3 часа, подержал, порез заживает. Буквально на глазах останавливается кровь, заживает. Если срезанный черенок надо укоренить, тоже используется вот это вот. Но один нюанс. Надо хотя бы 3 недели не поливать ее перед этим. И хранить надо вот таких вот темных кульках. Можно в зимнем саду, на улице где-нибудь, если нет сильных морозов. Или в холодильнике внизу. Только не в морозилке. Я использую это с новой почтой. У меня здесь адрес. Это Чернигов делает вот такие вот фитогормон и для укоренения. Заменяет английский клонекс. А это дедовский вот клонекс такой. Можно, конечно, использовать и новые технологии. Это гуматы, корневины, гетерауксин. Даже Северодонецк делает вот такой вот корневин. Видите, вот. Но я вам скажу, что новое, конечно, надо испытывать, использовать. Видите, вот. Это вот черенок. Дюк у нас. Дюк это у нас лохина. Голубика, черника. Видите, вот такой вот верхний срез, вот сделанный вот. Я ближе подведу. И с двух сторон сделаны срезы. Вот. И он вверх ногами стоит. Почему? Он должен быть свежий, мокрый черенок, поэтому замачиваем даже в дождевой воде. Уже ему будет полезно. Поэтому использовать надо и новые технологии, и не забивать за старые технологии. А алоэ, я же говорю, оно будет размножать клетки растений, клетки человека. Даже если гнойная рана у вас будет где-то на руке или ноге, оно будет размножать эти гнойные клетки. Поэтому используют алоэ сок только для свежих порезов. Для старых лучше не надо использовать, потому что размножает бактерии любые. Свежий порез лучше, конечно, сразу вот так вот сделал, подержал хотя бы сутки. И все, можно садить, высаживать специально землю. Спасибо, что заходите, смотрите. Пока. До новых встреч!